99 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Севастополе по состоянию на 21 декабря. Как сообщили в пресс-службе городского правительства, в результате болезни скончались 4 человека в возрасте от 65 до 87 лет. После выздоровления выписаны 156 пациентов. Продолжается в городе и прививочная кампания против COVID-19. Первый этап вакцинации уже прошли 268 558 человек. Вторую прививку от коронавируса сделали 251 850 жителей региона. Напомним, пройти иммунизацию можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Мобильные пункты вакцинации работают на площадях Нахимова и Захарова, а также внутри торговых центров «Мусон» и «Симол». Тем временем в Республике Крым продолжает снижаться ежесуточное количество заразившихся коронавирусом. По данным регионального министерства здравоохранения, на утро 21 декабря новой инфекцией заболели 153 человека. После выздоровления выписан 201 пациент. В результате осложнений, связанных с болезнью, скончались 25 крымчан.